Нижнекамские спасатели ищут тело утонувшей девочки. Трагедия произошла накануне вечером на несанкционированном пляже. По словам подруги, все случилось в считанные секунды. Несовершеннолетняя девочка прямо на глазах ушла под воду. Это не первая жертва за последние дни. По данным МЧС республики, с 1 июля трое утонувших, а с начала купального сезона на воде погибли 35 человек, трое из них дети.